Всем привет, ребята! Вы на канале Про Профи. И сегодня я снимаю 24 часа на вот этом маленьком скайвоке. Его даже вы не видите, по-моему. Короче, я на нем проведу 24 часа. И с выполнением челленджа я получаю еще одни такие блоки. А то как я могу вообще выжить так? Давайте начнем. Ребята, челлендж начался. Давид, давай мне первое задание. Ты должен... Постараюсь. Ты можешь выйти сейчас из скайблока. Так, иди. Ты должен снять из середины вот середины со середины вот с этой середины банку. Сейчас. Так. Чтобы башня не упала. Ну, ладно. Так. Середина вот эта. Ты-дынс! Дай, ты почему поломал мою маленькую башенку? Ты проиграл. А можно еще шанс? Нет. Это всего лишь два, да, Вик? Нет. А можно больше. Давай последний. Ну, давай, последний шанс. Шанс под номером 195. Какой 195? Под номером 3. Под номером 2. Алакади. Алакади. У тебя 10% на телефоне. Ничего, короче, Давид. Я... Вот это середина. What? Ну ты, получается, один блок. Вот он. Наконец-то! Так, быстро на блок. Все, я на блоке. Дай, добавляй. Отойди. Мне мой второй блок. Давай. И да, ребята. У меня уже два блока. Два. И мы вернемся только через 5 часов. Всем пока. Ладно. Ты через 5. Ребята, 5 часов прошли. Для вас было. За 5 секунд для вас. И за 5 часов для нас. Ну, как вы помните, у меня 2 блока. И... Мы продолжаем, Давид. Какое у меня следующее испытание? Следующее испытание. Так, ты должен вот так вот перевернуть. Вот так вот подкинуть. И чтоб стаканчик залетел в стаканчик. Стоп. Сейчас я... Следующее задание я уже знаю. Упал. Ребята... Арам ничего не делал так. Ребята, смотрите. Смотрите. Я сейчас что сделаю? Так, подкидываем. Вот я подкинул. И он должен залетать. Все, он залетел. Давид, я подкинул, и он залетел только другим способом. Другим способом нельзя. Хочешь, я тебе его покажу? Давай. Смотри, подкидываем. Ой. Так. Так, снимайся. Все. Ребята, смотрите. Смотрите, как надо. Подкидываем. И... А подписчики, залетай. Все. Это считается? Ну, тоже засчитаем. Я ж все-таки сделал.
что ты сказал. Так что у меня скоро будут 3 кубика. У меня что-то все получается. Вот и твой кубик. Ничего себе, у тебя арсенал этих кубиков. Так, давай, ставь сюда. И ура, у меня уже 3 кубика. Напоминаю, ты сидеть можешь только, когда у тебя будет 4 кубика. Так что, ребята, еще 1 час. Ребята, я уже устал это делать. Давид, какое у меня задание? Я хочу уже 4-й кубик. Я хочу сесть. Ты за это задание можешь выйти из скайблока. Ну, я придумал тебе задание. Какое? И у тебя на это всего лишь 3 попытки. Наверное, уже подписчики заметили у меня, что бутылка воды и наполнена она не до конца, можешь выйти. Так что понятно, что... Флик Баттл Челлендж! Да, ребята, ты должен перевернуть его, чтобы он стал... Наконец-то я сел! Тут за хоть 1 раз попасть. Нет. У тебя еще 2 попытки. Yes! Ребята, еще 1 кубик. Я опять, и я могу все время хоть. Давид, куда? Можно есть кубик? Нет. Все, тебе минус кубик. Давид, Давид. А это уже ведущий решал, куда ставить. Давид, пожалуйста. Вот тут сиди. Пожалуйста. Не-а. Но все равно, я ж могу сидеть. Бери сарик. Следующее задание. Следующее. Для вас опять 1 час. То есть для нас. Ну, короче. Следующее задание. Объясняю суть игры. Смотрите, подписчики. Вот я расставил вот так. Так. Точнее, не так, а вот так. И если тигран попадет вот сюда, он получит целых 2 кубика. А вот... Нет, целых 3 кубика. А если в остальные, то по 2. То есть по 1 кубику. Стоп. Первый ряд по 1 кубику, второй раз по 2, а третий ряд по 3. У тебя попыток 20. Первый же попал. Попал же? Да. Так. Нет, не попал. Удаляем эти 2. Но зато мне дается 5-й кубик. В конце. А, да. Да блин, опять! Ребята, так. Так, ребята, так, Арам, давай, дай мне, пожалуйста. Арам помог мне. А это не считается. Спасибо, Арам. За Арам могли этот снять. Очень близко было. И у меня остался 1 кубик. Легендарный кубик. Вот. Легендарные 3. Нет! Но зато мне один. Еще попыток куча. Давид, а можешь чуть-чуть приблизить? Нет. Настолько. Делаем вот так. Да. Это изи. Я попал. Ты не попал. Ну я попал же. Ты сбил. Я попал внутрь. Ты сбил. А вот теперь сбил. Ребята, пожалуйста, болейте за меня. Подпишитесь. Подпишись. На профи подпишись. Не считаем. Считаем. Стоп. Я понял. Ребята, спасибо! Так нельзя. Ну, я не попал. Опа! Что? Ничего. Тебе добавляется 1 кубик. Да, это 5-й мой. И наконец-то у меня есть блок. Здорово, можешь сидеть.
За это ты получишь целых 3. Это он был? Или Арам? Ты не я. Это был кто? Арам. Мы это не считаем. Дайте. Опа! Рукой. Попа нет. Попа не коснулся. Но я все равно же на кубике. У тебя последняя, 20-я попытка. Я сейчас расскажу, как ты это мог сделать. Как? Встань. Ах, да! Смотри, не только так. Ты можешь выходить одной на... Ты можешь весь выйти, только хотя бы даже вот столько, чтобы оставалось на кубике. То есть ты вот так мог сделать. Но ты этого не сделал. Я шоколадная балда. А следующий я пью. Теперь нет. И один час потом. Ребята, час прошел. И уже так не очень светло. Уже не так уж светло. Да почти что закат. Почти что закат в 12 утра. Так, следующее задание. Следующее задание, Давид. Я жду. Ты должен. Видите, я стал темнее. Потому что сейчас уже темно. Это что? Боксерская груша. Только надувная. И ты должен вот этим шариком вот сбить. А, ну у это тебя ж... одна попытка. Давид. Стоп. Все. Все. Арам, отпусти. Все. У тебя попытка сгорела. И как ты мог сделать шариком? Ты же можешь выходить. Ты мог просто, знаешь, что сделать? Вот так. И... Давид, а почему ты мне дал мало попыток? Потому что это очень... Ребята, моя везуха закончилась. Теперь, мне кажется, что... Мы тоже вместе с ним. Ладно. Следующее задание. Но оно будет только через час. А для вас это... два. Давид, про какое задание ты там говорил 2 часа назад? Значит, ты должен вот взять вот эту подушку. И если ты возьмешь, то тебе дадут 2 кубика. Взять эту подушку? Да. Окей. Халявные 2 кубика. Давид, а третий сюда нужно поставить. Я уже знал для твоего комфорта, куда поставить. Назад. И вперед, чтобы... Я знал, ты для чего хочешь. Вперед. Я понял. Из-за этого... Давид, ставим. Наоборот. Так. А, точно. Ребята, следующее задание будет Давид, ребята, помните, сколько у меня было кубиков в начале? 1. Да, и выглядел он вот так. А сейчас у меня их целых 7. 6 кубиков добавилось. С прошлого момента. И, короче, ребята, я уже придумал следующее задание, но будет тебе выполнять его через час. Я его только что уже выполнил. Ребята, сейчас час уже
Начнется. Ребята, почему в светлом комнате так светло? Мы включили свет. Я не знал, что это будет так. Просто она во дворе наоборот темно. Следующее задание. Тигран должен. Давид. Ну, Давид. Вот так вот набить шарик ладоней 10 раз. Не так, а? Ладно. Давид. Сейчас. У тебя на это 3 попытки. Ладно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Давид. Одна попытка так... сгорела. Почему? Потому что надо высоко кидать. Ну, Давид, на это же... Это реально. Я только что сделал. Раз. Последняя попытка сгорела. Смотри, как надо будет. Ты не смог. Давид. Но это возможно. Но это возможно. Стоп. А свет и свет. Так у нас задали. Эффект фокуса. Не, придумаю но... я. А я-то думал, почему у нас так светло. Ладно, будет эффект фокуса. И, ребята, вернемся, когда уже будет темно. Ладно. Так, Давид, вот так. Ребята! Уже в окне светло, да. Уже утро. Нет, Давид, не вы. Уже утро. Давид, сейчас это вечер. Почему? Сейчас вечер. А и это последний, это последний раунд. А потом я попытаюсь каким-то образом поспать. На. Если ты должен... туда попадешь... в этот стаканчик, то тебе дойдется 10 кубиков. Вот как выглядит сейчас в оригинале. Поэтому я добавляю эффект. Так, вот. Смотри. Или в оригинале. Ладно, смотри. Буду в оригинале. Вот. Сейчас как за этот раунд, если ты выиграешь... Не, я чуть-чуть посветлее, чтобы вам было видно. Дам последние 2 кубика. Последние 2? Да. Вот они, ребята. Ты всего лишь должен продержать вот так шарик, потом его вот так кинуть и поймать. Звучит очень сложно. Задание выполнимое, правильно? Ну да. Я только что при Тигране это сделал. А ну-ка. А у меня сколько попыток? Бесконечно. Ладно, шутил. 10 попыток. Уже 9. 8. Так, дай так покрутить. Ара, не мешай мне. Но это невозможно, Давид. Высоко кинь. Игра, у тебя, походу, ловкость 0. Осталось у тебя 7 попыток. Стойте. Кинул. Поймал. Надо в воздухе поймать. В воздухе. Поймал. Надо вот так сделать. Давид, ну короче, не ври. Я не вру. Это выполнимое. Я только что его сделал. Да. Смотри, надо вот так. И вот так. Но чтобы он остался. Понятно? Понятно. Я могу держать камеру. Не, чтобы лучше подписчики я... лучше увидели. И тебе было легче. У тебя осталось 5 попыток. Осталось у тебя 4 попытки. Стой, Давид. Покрутить. Кинуть. А тебя
Поймали. Все, поймали. У тебя 4 попытки. Какое легкое задание. Ребята, если Тигранс не справится с этим заданием, он полностью рукожоп. Нет. Я не рукожоп. Тогда докажи это. У него последние 3 попытки, ребята. Yes! Да, 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 да. Тигран прошел эти 24 часа. Это не... И я сейчас буду спать. Сейчас только сделаю эффект. Все. Ребята... Всем спокойной ночи. Ребята, сейчас уже Давида и Арама рядом со мной нету, ведь я сплю. И я сейчас вам покажу, как. Ребята, сейчас сделаю посветлее камеру. Вот, теперь вы все видите. Так. Ребята, я сплю на этих кубиках. И мне кажется, что это его неудобно. Сейчас я сделаю помену. Вот. Ребята, смотрите. Ребята, вот. Я сейчас ставлю так, чтобы я лучше спал. Так. Так тут должно... Так, второй слой, а то я не смогу двигаться, это невозможно так уснуть. Так, ребята. Ребята, смотрите. Сейчас мне нужно просто... Это очень легко взять. И... Делать. Ребята. Я очень честно играю. Так что вот я уже достроил. И, ребята, я ложусь спать. Давид, откуда ты тут? Я всю ночь следил за тобой, чтобы ты не вылез из квадрата. Стоп, ребята. 24 часа уже прошли. Да. И получается, я могу выйти. Ребята, это был очень интересный видеоролик. Все ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И на этом всем удачи и всем пока!